давайте тогда посмотрим дальше. Так проходит конкурс на лучшего юного экскурсовода. Сейчас в роли гида 12-летняя Лолита, самая младшая из 9 участников конкурса, а ее слушатели – 8-летние школьники. На братской могиле в городе Сланцы, где погребены останки Георгия Кузьмича Суворова, выбиты строки одного из его стихотворений. «Свой добрый век мы прожили как люди и для людей. Аналогичные строки мы можем увидеть и у нас, на горе Самохвал». Сделать из детей гидов, конечно, не главная задача. Педагоги хотят, чтобы дети просто знали историю. А экскурсия – очень удобная форма усвоения материала. Хотя оценивают детей как настоящих профессионалов. Прежде всего оценивается знание материала. Еще одна из критерий оценки – это умение завладеть аудиторией. Бывает, что знают экскурсовода, но его никто не слышит, он эмоционален, поэтому эмоциональность тоже оценивается членами жюри.